Вы можете меня поздравить, ремонт я свой закончил вместе с бригадиром. Последнее, что я делал, это красил коридор. Каким светом? Ну вот придумал и сделал. Для этого обычное ведро тексасской краски и много-много-много-много колеров. Получился насыщенный цвет, такой, что все аж удивляются. Но работая с бригадиром, понимаешь, что здесь не стоят на месте. Здесь придумывают что-то новенькое и внедряют новые технологии. И сегодня новая технология – это колеровальная машина, которая расположена в этом подразделении, южном, на стройдворе Советская 160. И вот она, управляемая компьютером колеровальная машина. И вот он экономия, потому как она тексовская. То есть работает с красками Tex. И напомним вам сюжет про лакокрасочную компанию. Так вот. Краски Tex по своим показателям одни из лучших из всех, что представлены в городе. При этом они в 3-4 раза дешевле Тикурилы, в зависимости от продавца. Мало того, они всего на 10 рублей за килограмм дороже того желто-серого отстоя, который продается как бюджетный однофамилец краски дорогой. Так вот, теперь у вас появилась возможность, не тратя много, создать свою оригинальную квартиру, в смысле цветовую гамму, стен и потолков. Итак, краска Tex после нашего эксперимента показала свои высочайшие характеристики. Так теперь еще можно заколеровать в любые цвета? В любые цвета, абсолютно. Очень большая цветовая гамма. То есть теперь нет необходимости брать одну краску, используя дорогущий колер. Теперь и тексовские колера есть? Да, есть тексовские колера. То есть цена вопроса, получается, в разы упала по сравнению с другими брендами, как то, допустим, Тикурила? По сравнению с Тикурилой, Tex гораздо дешевле и выгоднее получается колеровать Tex. Это правда, как и то, что здесь, на стройдворе, при огромном выборе предпринимателей, торгующих, в принципе, одним и тем же, постоянное внимание выделяется именно бригадиру. И почему? Ну, как-то давно брала обои, дали дисконтную карту и вот сюда приехали. То есть старый друг лучше новых двух, получается? Наверное. Когда выбираете место, где покупать стройматериалы, что выбираете? Ну вот бригадир мне понравился. И для того, чтобы найти подтверждение этих слов, мы отправились на север. Здесь, на выезде из города, в сторону озера Соленое, постоянный движняк. Да потому что большинство горожан ищут низкие цены. Да, наступило время экономить. Но если экономия нормально живет весь мир, то чем мы-то хуже? А реальная экономия с бригадиром. Автомобилистов дорога почему вас привела? Потому что этот цены дешевые. А здесь цены как? Нормальные цены. Ну, по 350, вот Родман мешок. А так они 400 рублей стоят. На 50 рублей разница получается. Это в бригадире здесь? Да, тут 350 рублей. То есть, получается, самый дешевый Родман в городе в бригадире? Ну, так получается, раз я сюда пришла. А теперь то, чего мы не видели в магазине «Бригадир», который располагался на Ленинградской. И не увидели мы на Советской 160. Вот эта вся выставка, она здесь, на торговых рядах на автомобилистов. Это новая абсолютная эмаль. И марка «Престиж». Дело в том, что, оказывается, вам можно дома красить и двери, и полы, не выходя из квартиры вообще. Потому что новое поколение красок. Сохнет за 2 часа, и вони никакой нет. Но чем хороша краска Престиж? Здесь ее столько наименований, она создана буквально для всего. То есть можно ржавчину покрасить, можно сделать золотую дверь. Спокойно, просто покрасив ее. А вот следующий сюжет мы и посвятим этим новинкам. Новинкам, которые помогают и экономить, и главное, решать ранее проблемы немыслимые. Ибо надо делать красиво, понимая, что суть ремонта – это ликвидация косяков строителей силами бригадира.